или ничего. Павел и пропал. 100 тысяч выиграл, 100 проиграл. Ой, какой гол! Великолепный. 3-1. Да, давненько такого не приходилось видеть. Только-только Бурченко вышел на поле. Только появился и тут же вот такой гол забил, а? Блестящий. Павленко. Удар! Ой-ой-ой! Вот это голешник! Это Михаил Осинов! Вот так Ростов открывает счет в этой встрече, в концовке игры. Лебеденко. Аккуратный заброс на дальнюю штангу. Гаткан! Вот какой красавец, а! Какой блестящий гол сейчас в исполнении Ростова мы увидели, а! Шикарная атака, просто Лебеденко мягкую, аккуратную передачу делает в штрафную. Двоих нет в Анкаре. Навес высокий, дальний. Игрок Анкара сыграл. Удар поворота. Мать честная. Вот это удар. Вот это удар. А, ребят. Работают с мячом. Ох, какой удар, а! Вот это гол. Мама мия моя. Вот это Лебеденко. Это Лебеденко. Ну, это из серии плюнул. Ну, слушай, какие мы сегодня голы видим. И молодцы болельщики. Оформление шумовое на ростовском стадионе. Это достойная передача. Вот так вот бывает. Наверное, только такой гол мог залететь в ворота Динамо. Минуты, наверное, с 20-й. Потому что динамцы игру выровняли и даже где-то были поострее. Но Янков открывает счет. Да, он уже стоит на пробке. Сейчас мы только выясним, вместо кого он выйдет. Нет, мистер Кореки. Кореки менял свой. Ух ты! Какой гол, а! Андрей Хабош. По-моему, сам даже не поверил в то, что произошло. Ну и вот Антон Шунин. Мне кажется, что проспал этот эпизод. Блатник. Гацкан. Убить можно. О, здорово! Супергол Гацкан! Капитанская повязка вдохновила полузащитника Ростова. Ну, в Ростове умеют забивать красивые голы. Навес, падение в штрафную площадь, но не более того. Смольников. Удар поворотом. Гол! Какой красивый гол забивает Смольников. За 5 минут до конца Ростов выходит вперед 1-0. Игорь Смольников, автор этого забитого мяча. Настоящий снаряд орудийный влетел. Подача. Гудаков. И через себя великолепный удар и гол! Потрясающий, друзья мои! Салата! Салата! Какой мяч забивает! Ну, друзья! Но не побеждал. Нет побед в Ростове. Жано! Тонко! Здорово! Опасный момент! Надо забивать! Удар! Гол! 1-1 в матче Ростов-Анкар. Классно разыграли эту комбинацию. Жано, какой же умница! Какой пас отдал! Как все было четко сделано. Мы отмечали голевую атаку Анкара. И также здорово сейчас сыграли и хозяева. Сегодня он не расслабился при 2-0. Хотя гол-то она все-таки пропустила. Артем Дзюба забивает свой 15-й мяч в этом сезоне. На последней минуте основного времени. Еще приличное количество минут есть у Ростова для того, чтобы забить и второй гол. Есть Александр Бухаров. 19 палый. Нобоа. Игра продолжается. Нобоа! С возвращением Кристиан! Шарахнул так, что мяч до сих пор колышется в воротах Селихова. Кристиан Нобоа. Пастуш на правый край. Здесь Калачев. Тимофей Калачев. Еще одна подача. Еще один прыжок. Удар!
в третьем подряд матче. Забивает головой. Но в Кубани был. И вот сейчас в Ростове. Ну, кстати, в Армавире он с Карпиным работал. Блестяще. Аяс Гулеев великолепно. С левой ноги. Верхний угол. Сегодня у Ростова залетает вообще почти все. Почти все. Если бы залетало все, то Изуев бы, наверное, забил. А забивает Аяс Гулеев. И удар поворотом. И удар поворотом. И гол. И гол. Алексей Ионов забивает потрясающий мяч. Да, гол красавец. Ты знаешь, болельщики несколько удивлены, шокированы. В меньшинстве уже играл в этом чемпионате Ахмат. На выезде в Петербурге устоял. И играл в меньшинстве гораздо дольше, чем сейчас предстоит. Ух ты! Какой гол! Что за гол? Только что мы с вами увидели. Ну просто гол! Красавец! Это просто кино. Меньшинство или большинство сейчас абсолютно не важно. Норман здесь с мячом на бровочке. Чернов просит, Чернов ждет. Норман разворачивает эту атаку. Чизуонова будет играть. Подача. И Шамуродов. Шамуродов! 2-0. Да? Динамо! Ты где? И еще раз. Ионов головой подбил. И все остановились. И вот так вот еще внешний. Мимо Лющука. Пошел сам. Здорово качнул сейчас Облякова. Дальше подача в штрафную. Вот там Соплинов. Рослый поборолся. Подбор за Ростовом. Удар поворота. Ой-ой-ой-ой-ой! Не зашел ли там мяч? А не зашел ли мяч после этого удара? А зашел мяч. 1-1. Фантастический выстрел Романа Ерехина.